Так. Итак, всем привет. Меня все еще зовут Тимур, а.к.а. Кальмахамастер. И мы продолжаем детализировать госпожу президент. Вчера прервался на этом стрим. Неожиданно очень. И поэтому продолжаем сейчас. Проблемы как бы с провайдером у меня. Никак не могу решить этот вопрос. Да и получится ли? Вряд ли, я думаю. Так. Подушка. И должны идти. Тихо. Поменьше. Так. Вот так вот. Так. Так. Так.
играть. Добавить только поры, которых я так и не нашел нормальных. Вот сейчас найду, в принципе. Я узнал про один ресурс. Вот посмотрю там. Так. Тут только не живые, оказывается, дерево. Так далее. Так. Ну там крутые капец, конечно, материалы. Надеюсь, в будущих проектах поиспользовать. Если кому-то интересно, короче, ресурс называется Texture Heaven. Текстурный рай, типа. Я просто знал про ресурс этот от этих же создателей, который называется, как он там называется, HDRI Heaven, где HDR карты есть. И вот теперь узнал, что у них и с текстурами, и сейчас вот с моделями появился тоже. Тоже интересная штука. Таргет. А теперь спустим и поднимем обратно. Тихо.
Я поторопился, походу. Ну или нет. Сейчас посмотрим. Так. Должны быть штрихи, получается. Так. Отсюда как-то идти, получается, что ли? Так, надо поуменьшить. Так, чуть-чуть посильнее. Так. 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 Блин, тихо, не да. Не такой большой. Так. 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 Вот здесь должны быть. Сейчас переключу на этот. Так, где там альфа? Другую альфу. Выберу. Где там была? Так, может эту? Так, надо было посильнее. Так. Так, теперь вернемся к этой кисти. Конечно, для детализации опять не хватает, но ладно. Что есть, то есть, как говорится. Так. 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 Got a cold hard grudge and revenge is the goal. Now it's time to sing the murder blues. Got your name etched into my brain and my soul. There are no time to pay your dues. 60,000 ways for these psychos to die. Bottle rocket up your butt and send you into the sky. Kick you up and get some villains at the Jew as you fall. Take a power drill and skewer you into a wall. Cause there's a storm coming, bullets getting high. Yeah. Hear those guns
somebody's getting shot. There's a storm coming, about to lose control of your rear plumbing, fire in your hole. Whoa, fire in your hole. Пойдет, наверное. Так. 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 В принципе, все. Вот. Хотя это все сожрет качество текстур, так что я зря с этим запариваюсь. Так, надо сохранить файл. Так, надо пустить пониже, чтобы легче сохранялось. Так, есть. 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 А теперь экспортим этот текстурки. Текстурки, Multimap Exporter, Normal, Export Options, Normal. Вот у меня до этого Tangent Normal не стоял. И надо на третий уровень SubDiv. То есть получается, сейчас у меня сколько уровней SubDiv? У меня получается 7 уровней SubDivision. И самый верхний в 9 миллионов точек. И мне надо спустить вот этого запечь на 37 тысяч. Так. Ну, метрик где-то. Так. Так, подправим тут. Так. Так, вроде бы нормально все. Hey guys. Привет, Энди, привет. Как оно? Так, я надеюсь, ничего не заглючит. Да никак. Курить хочу и в магах страшно валить. Ага, а чё страшного-то? В местные магазы вроде можно, нет?
Я единственный, куда выхожу, так это в магаз только и все. И то, который рядом, очень близко. В магаз как раз не боюсь выходить. Новости почитаю, рассказы знакомых. Он уже один умер, знакомый из интернета. А ты уверен, что это правда вообще? Как бы, знакомый из интернета, это как-то, знаешь, сомнительно звучит. Хотя, конечно, блин, опасаться стоит, но я... Поносил, потом 3 дня протемпературил. И умер. Ну, стрёмно, ничего не скажешь. Ну, как бы... Басням в интернете, как бы, верить тоже, это бабка надвое сказала. Конечно, да, опасность существует. Но, блин... Вооружайся чем-нибудь. Я в плане того, что этот... Есть же способы. Как где там обезопасить? Сигареты взять? А вообще... Ради сигарет, что ты уж. Не выходи ради сигарет, короче. Может, бросишь, пока в карантине будешь сидеть. Воспринимай как положительные. Положительный момент. Cause you know I take these things kinda extra hard. It's back and forth. Разве плохо, если бросишь? Я уже и так неделю не курю. Ну так отличный повод, чтобы бросать. Знаешь, как плохо? Ну знаю, знаю. Сам бросал, знаю. They say all good things must end, but it's been too long since I've seen one. Я не рисовать не могу, ничего. Только лежу и смотрю YouTube. Наоборот, переключайся. Наоборот, надо переключаться, мне кажется. Кожу сам сделал. Или скачал альфу? Не, скачал альфу. Я пробовал разные альфы, не знаю, мне ни одна до конца не нравится, но все равно. Все равно не хватает альф. Есть, конечно, другие варианты. Там есть альфы, которые специально сделаны для кожи, прям, то есть, прям для скульптинга, которые с 3D-сканов. Голова хорошая получилась. Ну, спасибо. Я надеюсь. Действительно хорошее.
Единственное, сейчас этот, у меня с интернетом вообще беда, там... У меня уже стримы постоянно прерываются, короче. Так что не удивляйся, если вдруг этот... У меня все залагает. У меня в основном ближе к вечеру такая беда. Нагрузка на каналы. Ну, дело там не только в этом. Я, короче, позвонил, мне сказали, интернет, что... будет лагать. Это да, но дело не только в этом, я так понял, что... Я позвонил туда, мне сказали, короче, дело в том, что... такая фигня, что этот... Там... Они решили на радостях, так сказать... Но они, естественно, не думали об этом, видимо. Решили поменять этот... Оборудование, короче... В регионе. И вот теперь интернет вообще мертвый. Плюс еще и вот эта вот вирусная хрень. Как бы все, видимо, наложилось, и вообще мертвый интернет. Я уже, блин, матами звонил уже несколько раз. В пинге или в скорости? Во всем. Во всем, у меня пинг был что-то там за 100, короче. Когда обычный пинг там, ну я не знаю. У меня 15 мегабит. Обычный адрес пинг был... Интернет. У меня обычный пинг был в районе 10, а тут под сотню, короче. И я такой, ну прикольно. Ну, сотня это много. Да, я знаю. И у меня скорость отдачи была, падала там ниже единицы, короче. И естественно, как бы о том, чтобы стримить, как бы разговоров в такой ситуации не идет. Ну, естественно, стримы прерываются из-за этого. Такая вот фигня. У тебя есть альфа маленьких шнурков для обуви, которые типа вдоль идут по швам для красоты и не только. Вот такое нету. Я в принципе альфами для шнурков вообще не пользуюсь. Я вас всегда шнурки моделю практически. Так.
Да. Ладно, все. Хорош, короче. Фигню пилить. Тихо. Единственное, ухо, наверное, что-нибудь надо сделать с ухом. Так. Так, где-то рефы у меня у ушей были, сейчас я посмотрю. Так. Мне кажется, эта складка на носу слишком сильно выражена. Какая? Какая складка? Вот это. Вот это? Носогубная? Не, нормально. Я считаю, что нормально. Между щеками и носом. Она такая должна быть приблизительно. Уже этот опыт показывает, что такая должна быть. Чего я не сделал, так это шею еще. Которую как бы надо бы сделать. Так. Блин, где же эти уши? А, вот, конечно, нашел.
Так, ладно. Так. Так. И вот это. Интенсивность поменьше надо. Вообще, на самом деле, многие мелкие вещи, типа вот таких складок, по идее, надо преувеличивать немного. То есть, вот на этом материале вроде бы нормально, да, выглядит все. А надо учитывать, что будет еще, допустим, когда ты будешь рендерить, да, в другую там софтину перетащишь это все, оно может быть, может немного не так выглядеть. И, скорее всего, оно так и будет. При освещении будет теряться часть этот, часть объема и этот таких вещей. Такая вот штука. И вот проблема в том, что в ZBrush'е как раз нету этого нормального освещения, из-за чего, блин, приходится иногда на ощупь такие вещи делать. Ну, то есть ты до конца не понимаешь, как это должно, насколько должно быть, насколько должны быть сильные или слабые складки и так далее. А ты в Blender Poly модель скидывал? В смысле? Ну, в Blender я закидывал модель, да. Только Poly модель ты имеешь в виду что? Ну, эту титку всю полигонажную. А, ну я скидывал лоупольную версию ее, то есть где 37 тысяч поликов. Вот в такой плотности я ее не кидал. То есть тут, ну, в самой высокой плотности я ее не кидал. То есть там 9 миллионов точек, блендер не потянет такое. Так, надо все скрыть, кроме эй. Так. Угу. Так. Так, ладно, сейчас. Подгрузил. Так.
Так, надо. Я это открыть, сколько возможно. Да. Так, я понял, почему так тяжело переваривает. У меня тут включено показывать обе стороны. А это как бы нагрузка лишняя на производительность. Так, чуть-чуть понизим. Так, чуть-чуть уберем. Так вот, так вот. Так. Уберем. Все лишнее. Хотя сзади вообще бессмысленно делать. Там все за волосами будет. Так, теперь. Где там это было? Вот это. Так, блин, перебачил. Так, еще поменьше. Так. So take me with you hard way, red day, all away. So run with me in the film, find me myself, it's like a dream. But dream sounds good enough and good enough to give to us. Так. 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 Так, чуть-чуть посильнее сделаем.
Теперь надо выбрать другую альфу. Так, ну-ка. Бабочка, это как из дермантина. Из дермантина? Ну, в таком случае мы все, наверное, из дермантина, нет? Или нет, все? Масштаб альфы надо, наверное, поменьше. Или нет? Да вроде нет. Вот с такого расстояния смотришь, нормально вроде. Ну то есть, если не близко смотреть. Просто же этот надо учитывать, что тут как бы вглядываешься тоже. То есть, если к человеческой коже вот близко вглядываться, то что-то похожее, наверное, нет? Как считаешь? Может. Как-то слишком выражено. А ты учитывай то, что это... Вот освещение появится, блин, вообще ни хрена не видно будет вот этих всех пор, которые я рисовал. Они все пропадут просто. Плюс еще этот... Там размер текстуры еще сожрет. Это еще слабо, наверное, выражено я сделал. Сложно сказать пока. Такая вот штука. То есть, вроде бы стараюсь делать слабее, да? А на самом деле надо чуть-чуть посильнее делать. То есть такая штука, что этот... Вот если, допустим, освещение убрать, то вечно не хватает чуть-чуть рельефности кожи. Что я даже не знаю, нужно ли меньше, нужно ли слабее или нет. Тут-то кажется, что чересчур, да, чуть-чуть перебор, да, типа.
Но надо с запасом, как говорится, делать. Хотя, может быть, и не надо. Не знаю даже. Ну, короче говоря, потом может все пропасть просто. Если не доберешь. Это довольно часто происходит, на самом деле. Ну, у меня был такой опыт, так скажем. Можно списать на то, что она вылезла из холодной воды. И у нее гусная кожа Эль-Юэль. Гусиная. Ну, возможно, да. Так, главное видимую часть сейчас сделать. Так. Пину не видно будет. А вот здесь вот обязательно надо что-то сделать. Так, сейчас. Вообще, на самом деле, прикол в том, что везде кожа разная, и это, блин, еще та задача. Вот. Вроде бы смотришь, да, а этот в разных частях там. В разных частях тела кожа разная. Где-то более пористая. И где-то трещинок побольше, а где-то поменьше. То есть такое. Привет, пользуешься ли ты графическим планшетом? И каким? Привет. Оби-Ван, привет. Пользуюсь, да. Планшетом пользуюсь, ваком вот такой вот. Но у меня маленький, вот такусенький. Надо было бы побольше, но как бы пока не до этого. Vacuum Intuos Draw, по-моему, называется. Так. Блин, как должно тело выглядеть? Ну, вот поры на этот. На туловище, допустим. Спасибо. Пожалуйста.
Так, так, так. Так, сейчас уменьшу. Сиськи красивые получились, жалко, что без сосков, LUL. Ну, как бы... Все правила Твича, как понимаешь. Что такое, не мы такие, жизнь такая. Раньше тоже удивлялся этот сиськам без сосков в этом. Летом посажу табак. Бизнесом решил заняться или так, для личных целей? У меня рос уже, табак вырастает в высоту 3 метра. Да? У меня только дед табак курил. Тоже выращивал когда-то. Как бы там такое дело, я вам скажу, по поводу деда моего. Я после его примера выращивания табака, табак бы точно выращивать не стал. Вот так скажу.
Так. Так что я не знаю. К выращиванию табака я как бы так себе отношусь. Татуировку ей набей. Татуировку? Думаешь, нужна? Что за татуировка? С бабочкой? Да, выбери какую энгить, ретро-татуировку. Ну, не знаю. Я в ретро-татуировках плохо понимаю. Я недавно смотрел какой-то видос, и там был тип, который занимается историей татуировок, короче. Я думаю, вот это прикольное занятие. Он сам тоже татуированный, короче. Исследует, как бы, смыслы татуировок прям. Ну, то есть, профессионально этим занимается, так скажем. У нас люди такую ерунду себе набивают, лишь бы было. Ни красоты, ни искусства. Ой, это ты знаешь, мне кажется, везде такое. И у нас, и не у нас, и везде вообще. Не у всех есть, как сказать, этот чувство вкуса и этот понимание, что такое, как искусство там должно выглядеть. Либо смотрят, как у кого-то, короче, это вообще жесть там. Ну, то есть, актеры, актрисы, там, модели, я не знаю, ну, ты понял, в общем. Да, странные карачи. Ну, в этом плане согласен. Так, ладно. Подразгрузит. Так. Сперва спущу, сохраню. Сохранить это важно. Я не признаю ни колец, ни цепочек, ни татуировок, но на бабах иногда татуировки выглядят красиво. А чё так? Ты этот радикально настроен
по отношению к татуировкам и цепочкам. Мне кажется, бывают крутые. Правда, не часто. Не знаю, к сожалению или к счастью. Не признаю на себе, так вернее. Понятно. Никогда не носил. А я вообще, вот по поводу колец всяких. Блин, мне нравятся кольца, но всякие крутые перстни там туда-сюда, но я вообще человек, который не может носить кольца. Мне, во-первых, дискомфортно. Во-вторых, там, если холод, мороз, то пальцы мерзнут. Либо их постоянно снимать надо. Короче, такое. Вообще, не понимаю, как девушки носят постоянно кольца там. Я ношу кольцо, но не на пальцах. Так, вопрос, а где? И привет, MPI. А на чем? Стесняюсь спросить. Не стесняйся, спрашивай. Ты не один такой, не стесняйся, спрашивай. Мне тоже интересно стало. Может, тоннель в ухе — это как кольцо? Ну да. Тоже очень красиво подчеркивание. Ну, я не знаю, мне кажется, это тоже не очень удобно. У меня просто были друзья, которые потом зашивали эти тоннели. Такое себе потом. Да я не понимаю этих приколов, кольца, серьги. Даже часы носить, и то мешают. Ну так скажем, не буду озвучивать. Вот так, значит, ну ладно, ладно. Оставил нам додумывать, да? Да озвучь уже. Не стесняйся. Не стесняйся, тут все свои. Ну вы поняли, что... Это шутка была. Ну ладно, ладно. Мы тут люди серьезные, все серьезно воспринимаем. Я иногда захожу на стримы. Но в чат не пишу. Понятно. Не слишком ли скучные у меня стримы? Как считаешь? Вот я думаю, блин, так как какой-то я скучный. Уже не остановиться. Понятно. Я вот думаю, не слишком ли я скучный? LUL. Ну видишь, я сам по себе тоже тихий. Так что норм, да?
Поэтому я думаю, для таких, как я, нормально. Понятно. Зато тут дурачков не будет, скорее всего. Скорее всего. Давайте придумаем, какую татуировку бабе набить надо. Татуировку дракона. Бабе на ногах прикольно и на руках смайл радость. На руках и на ногах? Это типа татуировка на руках и на ногах? Да, ну а что бить? Главное не переборщить. Ну, наверное, да. Я сразу вспомнил про олдскульные татуировки, заговорили. Я просто думаю, что, ну, видимо, у нее части будут кисти и этот получается. Кисти рук и часть груди. Соответственно, можно набить либо на кисти рук, либо на груди. Ну, как бы, конечно, можно и на лице, но это какой-то уже этот... New school прям. А на груди я вспомнил, этот, татуха была у рэперши такой, Ив. Есть такая рэперша Ив была. Ну, точнее, была. Сейчас она уже как бы не рэпует, по-моему. Если кто помнит, там 90-е. А вы видели клип с татуировками Бра Сафари? Один из моих любимых. Кого? Привет, ну ты как? Бра Сафари, реалити. Привет. Сара привет, Карсон, на. Official Music Video. Нет, не видел. Я нормально, Дима, ну как нормально. В меру, короче, нормально. Да я не знаю, блин, неуместно как-то будет, наверное, татухи бить ей. Мне кажется, нет? Мне кажется, как-то этот... Не нужны ей татухи, мне кажется. Какая деловая тетя должна быть у нас без татух? Не нужны. Конечно. Выглядит как вице-президент. Да, вице-президенту не нужны татухи. Нет, это... Вообще, на самом деле, персонаж вдохновлен этим. Персонажем из аниме Golden Boy. Было такое аниме старое, Golden Boy. И вот... Там был такой персонаж, госпожа президент. Ну, президент компании. Ладно, все, запекаю нормалки. Так. Переключу экран, чтобы этот, наверное. Надеюсь, лучше запечется. Не будет глючить стрим.
Так, поставил запекаться, короче. Надеюсь, все нормально пройдет. Так. Все, экспортировалось. Ты сейчас на улицу часто выходишь? Вообще не выхожу. Я и раньше-то особо не выходил, я тебе так скажу. А сейчас так тем более. Ну, так прям что? Как я. Так что это такое? У меня, в принципе, жизнь не поменялась. Но единственное, знаешь что, все равно меня напрягает этот карантин, все дела. Почему? Вот потому что... обидно будет корону найти. Я тоже за сигаретами не хожу. Уже и правильно делаешь. Правильно делаешь. Не, я один раз в день выхожу, и в основном это в магазин. Ну и то, может быть, не каждый день, а... Ну, обычно каждый, но как-то через день иногда. Такое вот. Ну, MPI, вот по поводу найти корону, мне кажется, шансы не очень-то велики. Учитывая, что я вот живу в Казани, да? У нас тут 24 или 25 зараженных. 24, по-моему. Надо ходить в трех масках. Вирус 3 часа держится в помещении. Пока что да. И ходить в магаз лучше с самого утра. Ну, я не настолько парюсь по поводу этого. Но вот просто у нас на город, где живет 1,5 миллиона человек, всего 24 зараженных. Даже если учесть тот факт, что... Это только официально 20. Ну, согласен. Даже если умножишь... На самом деле больше. Даже если так. Ну вот смотри. Даже если сотня, да? Ну ты представляешь, сотня человек на этот 1,5 миллиона человек. Ну, 1,5 миллионный город. Ну как-то не кажется, что этот... Странно панику начинать, нет? Да, покупаешь хлеб, а тебе корону вместо сдачи. Но. Так что я не думаю, что шансы так уж велики. Конечно, блин, все возможно в жизни. Я как бы исключать я бы тоже не стал, так что надо беречь себя в любом случае. Ну видишь, паники нет, я просто упомянул, но все равно ситуация неприятная. Согласен. Как говорится, береженного Бог бережет, так что надо этот... Веришь, не веришь, все равно надо как-то этот... Руки чаще мыть, на улицу меньше выходить и так далее. Привет. Привет. Тивин-то, привет. Вот сегодня игру опять продолжил делать. Да? И как? Так, надо было по-другому.
На каком этапе? Ну, успешно пока. Сейчас инвентарь делаю. А, прикольно. Саму систему. Понятно. Саму систему имеешь в виду геймплей да какой-то? Да не, уже готово. Или систему, подожди, сейчас. Ты говоришь инвентарь, здание уже готово, да? Ну, подбирать предметы, их описание. А что за игра будет-то? В каком формате? Ну, как бэкпак. Хоррор. Ага. Хоррор? А, ты, по-моему, говорил, да? Я, по-моему, помню, что ты рассказывал, что ты делаешь хоррор. Да. Ага. Но вот полгода простой был. Ну, блин, когда сам делаешь игру, это неудивительно. Мотивации не вагон, так скажем, обычно. Ну или и даже если мотивации вагон, там времени не хватает. А-а. Просто мотивация довольно быстро обычно заканчивается. Я просто отчислился. Там с армией нужно было вопросы решить. А-а. Понял. Чет, я не понял, что это за складка на оке. Но это... этот. Я просто увидел у одного чувака это. Это как бы... Это, короче, слезы. Ну, то есть... Специально так делают, чтобы слезы видно было. Ну, как будто накопились. Ага. Понял. Угу. Вот не уверен, что я правильно их сделал, но... Думаешь, она там нужна? Ну, я видел у одного крутого типа, что он первый так делал. Раз такое вижу. Вот я тоже недавно увидел у одного крутого типа, что он так сделал, и я подумал, о, прикольно, надо попробовать тоже так сделать. Так что такое. Ну, может, она на той модели актуаль мягкий знак набыла. Ну, нет, я бы не сказал. Там ничего такого не было, то, что ты, если имеешь в виду, что... Какая-то она там плаксивая или еще какая-то, то нет. То есть там обычная модель была, ничего такого. Так. Сейчас. Так. Так, сейчас. Сейчас. Фотошоп. Так, ты чего, фотошоп? Скоро призыв. Ну, наверное, да, у кого-то... Кому-то повезло. Кому-то да, согласен. Да ё-моё, чё ты делаешь? Ахахахаха. Трофей Чон Гратулатианс. Йоу вериси вы де сто месседжес трдей висер стримша. Но явно не мне. Призыв отменят. Из-за коронавируса.
Думаешь? Ну, не знаю. Собакам пи подчеркивание 333 ты отмазался уже. Путин подписал, что призыв с 1 апреля. Уже призывают. Ты чё, я старый уже? Если ты про меня. Стар я слишком для таких дел. Солдаты уже разносят помощь некоторые коронавирусникам. Да, даже такое есть. Так. Заставляют медстудентов работать на корону в качестве практики. Ужас. Ну... Я бы ливнул сразу с такого института. Ну, блин, извини меня, ты стал врачом, как бы. В принципе, я недалеко ушел. Это практика СССР. Знаешь, как один врач сказал, то есть, вот один иностранный... Хочу всех помогать. Но, блин. Вот один, короче говоря, по-моему, итальянский врач сказал, что ему, короче говоря, сколько там лет? Ну, много уже, в общем, не молодой дядька. Нанять молодых неопытных на верную погибель. Не дают оборудование для безопасной работы. Ну, блин, это все притянуто, во-первых, за уши. Во-вторых, блин, один, короче говоря, врач сказал, что если ты боишься болезней и при этом идешь на врача, значит, блин, не будь врачом просто, и все. Если на верную погибель, ну, блин, просто тогда перестань быть врачом, и все. В чем проблема-то? То есть это ненормально. В этом году в Москве, что ли, аттестацию проходили медики, 1 из 10 только проходил ее. Круто. Ну, нормально, да, чё. Так. Блин, не так сделал, надо было. Так. Вот этот вот открыть. Врачи – это специалисты, а не мясо для слива при сложных ситуациях. Страна, если не может, зачем молодежью прикрываться? В смысле не может? То значит не может. Ты думаешь, в других странах как-то по-другому, что ли, что это работает? Все точно так же работает везде. Так. Но у меня тетя в Америке уже живет очень давно, им помогает правительство жестко. Ой, блин, я тебе скажу, это помощь, ну как бы, а я не знаю. В основном пропаганда. Да у них то же самое, чувак, у них то же самое. Ничем их пропаганда не лучше нашей, и наша не лучше их. Один хрен разница. Везде пропаганда. Да, везде пропаганда. Это все фигня. Так, это не то немного. Вон. Там мозги похлеще нашего промыли. И они во все верят.
Ну, не знаю, там многие тоже не верят. Это как бы я бы не сказал. Вот, короче, смотрю одного типа, и он рассказывает там, что в Штатах творится, как бы. Я вам скажу, вообще не прикольно сейчас. Как бы... Но я сейчас про коронавирус, а не про общую ситуацию. Вот, если честно... Безработица всегда. По поводу как раз с коронавирусом, блин, по-моему, очень серьезно по штатам ударила эта ситуация. Если ты не востребован, ты, грубо говоря, бомж. Ну да, да, согласен. Не грубо говоря, наверное, а так оно и есть, по сути. То есть, блин, печально, но факт, как бы. По поводу кому не нравится ситуация и режим в стране, никто никого не держит. Но у нас по статистике 2000, вы верите в эту чушь? Ну, я смотрел, ну, как бы, я смотрел точку зрения разных медиков, и, в принципе, не верить-то причин нету, на самом деле. Я могу поверить, что этот, их немного больше, ну, как бы, немного с точки зрения тех, кто не обследован и так далее. Но, блин, я не верю в конспирологию тоже. Увидим. Ну да, да, я согласен, да, то есть только этот, время покажет. Я как бы тоже не эксперт в последней инстанции, я тоже могу ошибаться, как бы. Но я не этот, я не верю в конспирологию, я вам так скажу, то есть то, что там... Типа, это все неправда, на самом деле больше, это все, я считаю, это ерунда, я в такую хрень не верю вообще. Всякие рассуждения. Прежде чем говорить, что ты там не веришь, блин, должны быть серьезные веские основания, чтобы не верить. А пока, как бы, таких не видел я. Все им переболеют. Мне военный билет нужно получать в июне, приду, а там зомби уже будут ждать меня. Ну, не знаю, не знаю. По поводу вообще этот... Кстати, еще раз напоминаю, что у меня очень туго с интернетом последние дни. И где-то в районе 19 у меня может прерваться. Рассказывала, лежала в Италии в больничке. Каждые 30 минут кто-то умирал. Ну, писец, ничего не скажешь. Почем у вас военники сейчас? Если вдруг стрим прервется, как бы не удивляйтесь. Это значит, моему интернету пришла хана просто. Потому что в районе где-то от 18.30 до 19 у меня бывают очень жесткие проблемы. На этом. Так что это такое печальная правда жизни. У меня учитель, главный инженер по моей специальности, с которой я свалил, в WhatsApp писал, что скорую не мог вызвать 2 недели с подозрением на корону. Ну,
Ну, это, знаешь, как бы хрен знает. А потом ему перезвонили через 2 недели, и послали его, сказали, что не могут ничем пока помочь. Ну, не знаю. Я даже не знаю, верить этому, не верить, как бы. Владивосток, 3 столицы России. Здравствуйте. Давай не 3-ю столицу России, не надо. У нас уже забрендировано тут. Я про свой город. Если только 4-е. Так что становитесь в очередь. Ахахахахаха. Ну на 2000 купюры наш мост. Ну, красавцы, красавцы. Но тем не менее. А то столько столиц стало, капец. И Китай близко, а всего 8 зараженных. Ну, смотри. Во-первых, по поводу того, что Китай близко, не близко, да? Да, с одной стороны, вопросов много, но вот смотри. Ужасный. Так это или нет? По поводу того, что Китай близко, не близко, да? Вот смотри, по поводу того... Нет. По поводу того, что Китай близко или не близко. Рядом с Китаем есть куча других стран, да? Ну я не сказал бы, что вы ау. Ну смотри, вот рядом с Китаем есть куча других стран. Есть Южная Корея, есть Япония, есть Индонезия, есть Таиланд, Тайвань. Давай там. И, блин, нигде нету какого-то сумасшедшего количества зараженных. И понимаешь, то, что, допустим, во Владивостоке говорят, что всего 8 зараженных, как бы это вопросы не только к Владивостоку, а скорее и ко всем ближайшим странам, там Индия, к примеру, да, в которой 1,5 миллиона человек, но что-то статистика обратная говорит. Ну смотри, вот к примеру Индия, да, есть в Индии 1,5 миллиона человек, но тем не менее больше зараженных в Италии. Больше зараженных в Америке. Что-то почему-то, как будто с Индией вообще у Китая связи нет. Хотя это соседние страны, напоминаю. То есть там по-любому есть. В Индии есть китайцы, 100 пудов. И немало. И там есть торговые отношения с Индией. Так что это такое. Ну, ребят, вы видите, этот парень зомбирован телевизором. Ну, я вообще... У меня вообще телевизора, я тебе так скажу, а нет. Я думаю, что Навальный 2024. Ахахах. Ахахахаха. Если бы у меня еще телевизор был, я бы его посмотрел. Так, ну-ка. Так что? Телевизором это такая тема. Ладно. Ты же по фану сейчас работаешь. Ну, в данный момент, да. Смотри, смотри, как преобразилась красота. А по работе когда? А по работе вне стримов. Я нахожу время. Так.
Ну ты примерно сколько уделяешь работ? Время есть на жизнь? Блин, вообще нет. Серьезно, с этим вообще туго. Так, понятно. У 3D-шников и дотеров нет жизни. Но какая жизнь, ты чё? Какая жизнь? Так. Так, не то, не то. Жизнь не... начинается на пенсии. Но. А по срокам, тебе примерно сколько дают времени на заказ? Ну, все по-разному. Ну, то есть, бывают те, которые на недельку, на две. Ну, обычно дольше не бывало. Я такие, ну, очень на длительные периоды обычно не беру вещи. Не сторонник долгих проектов. Некоторые еще короче есть. Но там приходится форсировать иногда. То как бы тоже не совсем прикольное занятие. Если не секрет, то сколько примерно получаешь за заказ? Секрет, секрет это. Секрет. Вообще не люблю по деньгах, как бы это такое. Я сторонник того, что деньги любят тишину. Ну тут никого нет, кроме меня. Ну тем не менее. И еще 800 человек. Ну вот видишь. А, так я не то использовал. Так, ну-ка. Блин, чего? Ё-моё, ты чё делаешь-то? Вот я когда модели для игры смотрел, там за одну берут $30 примерно. Это ты имеешь в виду на ассетах? Главное, чтобы на дошек хватало и сосисоны, а потом все будет. И при том, что модель будет куплена Эноэ Колварас. Я понял, да, но когда... Лишь таких, как я, может быть 1000. Может быть, а может и не быть. Но ты учитываешь, что как бы это разные вещи. То есть, если ты делаешь персональный заказ, это одно, а когда ты делаешь на продажу какую-то модель в этот, как это называется, на сток, то это совсем другая тема. И там за $30 продают. $30 это как бы, это мало. Если, ну, то есть, если персональную модель делаешь, это мало. Ахахахаха. Ну вот и выяснили, ты оказывается миллиардер. Но... А кто-то из вас выставлял что-то на сток? Я кое-что выставлял, но это такой эксперимент просто был. Кто-то рассказывал, что на стоке выкладывают, я помню... Блин, Monster Knit, по-моему, выкладывает на стоке. Я не помню точно. Кто-то точно рассказывал, что на стоке выкладывает. Блин, это очень странно. Почему она так выглядит? Да ладно. Просто никто не купил, и ты забросил площадку в ЧС. Да нет, купили на самом деле. Купили.
Ну, там надо делать просто те вещи, которые... Профессионально троллит. Ну да, да. Есть такое, согласен. Согласен. Что такое ЧС? Так, 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 так. Чрезвычайная ситуация. Да. Черный список. Нет, чрезвычайная ситуация мне больше нравится. Блин, пока понять мне не могу. Я не вижу почему. Кнопки подписаться. А у меня платной подписки нету еще. Ахахахаха. Я еще до нодов и материалов в блендере не дошел. Да блин, с этими нодами и материалами, в принципе, все довольно просто. Но... Единственное, вот у меня почему-то с нормалками пока не могу понять, почему как-то не так отображается. Я вроде бы теперь перепек нормалки в другом формате, и вот так вот это старый формат, а вот так вот выглядит новый. И они вообще теперь не отображаются. Я в блендере на одну модель убиваю 10 часов, а выглядит как страшный сон. Ну, покажи. Трать больше. Трать больше. Так. Попробуй тратить больше. Я то вообще ничего еще не замоделил, просто учусь по урокам, без сохранения. Я вообще планирую сейчас все модели заменять изначально тригонометрическими фигурами, а потом их замещать нормальными. Зачем? Странный, наверное, вопрос. Так если я буду по 10 часов убивать только на блендер. А ты на что еще убиваешь? То кто будет кодить игру. Ну да, да, я понял. Понял тебя. Понял. Логично. Логично. А кодить как? Какой язык программирования? У меня учеба по программированию, дополнительно учу другой язык уже давно. А игра еще сверху. А поиграть еще хочется. Ну это да, это всегда охота. Ахахаха. Я бы сегодня поиграл, но этот... У меня по плану игровой стрим был. Но я так понял, что с моим слабым интернетом мультиплеерные игры сейчас не для меня. Может быть, на какой-нибудь синглплеерное что-нибудь погоняем. Посмотрим. Супер Марио. Си как дополнительно, а Джавер сейчас учу. Я раньше FIFA онлайн гонял на скорости 64 кб сек.
Придется переэкспортить мне этот нормалки. Так, так, так. Ну смотри, текстуры Epic Games купила, там особо проблем быть не должно. Это к чему ты сейчас? А вот модели то брать чужие не хочется, так как потом еще вздрючат. Это да, это правильно. Не надо брать чужие модельки, да, согласен. А нет, игру нет, какую делаешь? Шутер. А рисовать их особо некогда, лучше изначально наладить механику игры, а потом уже красоту корректировать. Хоррор. Хоррор, хоррор. Так, сейчас переэкспортну. Интернет еще живой у меня, нет? Слушай, или... а как программируется анимация бега на кривых поверхностях? Ого, нормально ты так закинул вопросик. Ахахаха. Прям с места в карьер, я бы сказал. Ну это скорее всего вопрос к стримеру. Если бы я еще знал. Так как по программированию запускается анимация. Так. А сама ее реализация делается в 3D-программе. Либо в движке. Так, это все. Не надо. Так. И какой движок у тебя? Unreal Engine. Так. Так, так, так. А почему не Unity? Так. Вечный вопрос, да? Почему не Unity? В UA используется мой язык программирования. А в UA C-Sharp. А, ну, кстати, нормальное решение. Unity точнее. Правильный выбор, кстати. На основе того языка, который знаешь. Так и надо выбирать.
Разве с плюс-плюс и C-Sharp сильно отличаются? Не совсем. Но синтаксис все равно другой. Так, сейчас я тут экспортну. Тем более сейчас текстуры UI купила. У тебя один моник. Тебе это видюхи хватает. Фото. У меня? Реалистичные. У меня один, да, моник. И я бы не сказал, что очень хватает. Если ко мне вопрос. Все время не хватает, знаешь, это... Сделать импорт анимации из Blender в Unreal. Меня планируешь? Менять? Наверное, имел в виду. Блин, пока нет, пока... Ну, просто бабок нет на это. Бери 3080, короче. О, нифига ты. Нормально было бы. Но пока вряд ли такое счастье привалит. Или как ща делают, короткие ролики в Unreal, Sequence, или как это называется. Но модель уже импортируется вместе с анимацией. Ну если FBX, то обычно так и есть, да? А ролики делаются, ты за кости двигаешь челика. Как вместе с анимацией. А если много анимаций на модели? И записываешь. Камеру ставишь просто. Куда тебе удобно. Так. Тихо. Я вчера скачал Unreal, вечером попробую сделать мультик. Амбициозно. Ничего не скажешь. Там ты выбираешь точку отсчета, она общая. И все модели вместе с анимациями двигаются относительно нее. LUL. Да. Скачал сегодня, завтра сделаю мультик, зашибись. Да, я так... Смотри, через неделю не переплюнь синематик Близов такими темпами. Вот-вот. Блин, я бы на самом деле хотел какой-нибудь... Сделать тоже какой-нибудь маленький синематик. Я только здание делал 30 дней. Ну, да... Оно простое. Оно простое? Покажи, что за здание. Но проблем было много. Скрин здания. Со светом и со всем остальным. Скрин в студию, да? Так это секрет.
Ага. Увидите потом меня по телевизору, когда я стану миллиардером. На релизе увидим. На релизе, да. Ахахаха. Амбициозно. Амбициозно. Ну, амбиции — это хорошо, так что этот. Нормально все, так и должно быть. Вон, учитесь, ребят. Как надо. Главное, чтобы не погасло пламя. Вот-вот, это пламя вот это да. Ахахахаха. Да, прям в точку, в точку. Эль-ю-эль. Плата жажды денег. Да. Это точно. Лучше и не скажешь. Вот мне кажется, надо чуть-чуть перетекстурить ее. Не, ну Тимур, если что, потом нам фигуры заменит нормальными моделями. Будет рисовать на стримах странные предметы. Какие странные предметы? Ну-ка, ну-ка. А никто не узнает, что это для игры. Л-ю-эль. Что за странные предметы ты хочешь, чтобы я рисовал? Что за странные предметы, что за дела? Под что ты хочешь меня подписать? Ну-ка, признавайся. Так. Так, теперь Painter запустим. Пока стрим идет, да, все, живой стрим. Надеюсь, что да. Да, обычные, ты ведь в основном рисуешь живых существ. А. Ну ты так сказал просто. Ты просто так сказал, что этот. Такие странные штуки, или как ты там сказал? Я аж засомневался. Такие вот дела. Поэтому зайду на стрим через полгода. Понятно. Так. Когда сделаю инвентарь? Нормально. Нормально. Щутканул, щутканул. Нормально. Так, Painter запустил, но что-то не вижу я его. Загружается он, нет? Стоп, это Blender.
Да, это блендер. Иду я тоже. Потихоньку мультик делать. Ахахахах, я думал, это другая программа. Не-не, слушай. Это... Ну, слушай. У меня проблемы с UV Mapping. В блендер? Как растянуть ее нормально? Волос класс. Да. Блин, по блендеру я тебе не советчик. В игре, например, текстура не совсем гладко ложится. Я вроде ее растягиваю. Она не растягивается, да? Ты что ты будешь делать-то? Почему она? А она все равно выглядит как будто каша. Не знаю даже. Так. Интересный момент. Я вот даже не знаю. Арка, например. Сделал ее модом. Интересно, даже не знаю. Куча полукругов. Я вообще с UV-маппингом... Я вообще все разворачиваю сейчас в этом. Когда добавил. То есть в блендере все норма? Ложится на каждый полукруг отдельно. Вообще мне сейчас сложно представить, как это все выглядит. Так что я вряд ли вообще что-то смогу сказать на этот счет. Ну я понял тут ошибку свою. А, ты уже догадался, что ли? Или ты давно уже догадался? Давно. Я думал, это прямо сейчас произошло. Полгода назад. И в чем? В чем? Да и забросил все. Ахахахаха. Да. Веселая история. Ничего не скажешь. Ну я попытаюсь объяснить. Смотри. Ну, смотреть вряд ли я смогу, но слушаю, да. Мод, который добавляет один и тот же предмет куча раз. Угу. Был полукруг. Ну, предположим. Просто создалась куча его копий. И поэтому каша, да, получилась? Вот и арка полукруглой формы. То есть они как-то перемешались, что ли, или что получилось? А как оказалось, текстура ложится на каждую линию отдельно. Понял. Не очень. Честно. Это типа блин. Много линий, как оказалось. Я, видимо, просто сегодня уже не этот. В блендере то я тупой шакал. Ты думаешь, я лучше? Я, блин, блендер открыл, по-моему, вот раз третий, что ли, или за полгода где-то. Так что этот... Ты не один тут такой. Типа текстура падает на плоскость, а арка моя состоит из линий, которых очень много. Ну что-то начал понимать, но не уверен, правильно или нет.
Короче, это ужас. Ну, это я уже догадался, что там какой-то хаос вообще получился. В блендере Top Solid моде этого видно не было. Ну, такое бывает. А потом я добавил, и я практически не спал. Сочувствую. Думал, проект закрылся, так и начавшись. Ахахахаха. Блин, грустно вообще. Так. No pressure. Так. Как там? Сайз поменьше. Но благо там модель заменить можно в любой момент. Просто реимпорт делаешь и все. Понял. Так. И она остается на своем месте, где была, сохраняя свои функции. Так. Но видишь, мне сейчас важнее сам процесс игры. Ну, это правильно, вообще так и надо. Сам процесс игры важнее всегда. Красота потом. Да, согласен. Несмотря на то, что я тоже как бы красотой вечно занимаюсь, я тебе скажу, я с тобой тем полностью более, согласен. Если я буду делать все подряд. А где-то потом произойдет фейл, то все. Так, надо симметрию включить. Лучше погрузиться изначально в движок. Да, да, геймплей вообще. Я считаю, что геймплей всегда важнее. Я считаю, что всегда геймплей важнее, чем все остальное. Так. Ну на самом деле, если будет желание нам помочь, можешь помочь, Смайл Радость. Ну посмотрим, посмотрим. Я сейчас даже не про 3D модели, а про тот же самый игровой процесс. Это типа чего? Типа в качестве тестера, что ли? Идеи, может, какие есть. А, идеи? Блин. Чем заняться? По поводу хоррора, надо подумать, что какие... Что нужно сделать там? Ну ты име... Этот, что за хоррор вообще? На что хочешь, чтобы был похож? Я вообще небольшой фанат хорроров, как бы... Так, вне стрима, если захочешь. Давай, давай пообсуждаем, может, какая-то идея придет. Ты давай блокнот доставай, как бы... Сейчас с креативом, может, что-нибудь. За бесплатно особо работать никто не хочет. Ага.
По поводу идей, блин. Но вот я тебе платить деньги не смогу. Ну я понял, я понял. И гарантировать успех я тоже не могу. Поэтому как бы пока вписываться я бы не стал в проект. Я вообще, ну, я мог бы вписаться в какой-то проект, который уже... Твои риски. У которого там кто-то уже есть. А так пока вписываться в проект, которого как бы нет, ну это такое. Сам понимаешь. Понятное дело, смайл радость. Угу. Просто этот, с одной стороны, как бы, вот очень многие там, очень многие художники и так далее говорят, что типа, вот этот, не надо там вписываться в некоммерческие проекты, которые ни хрена не приносят там и так далее. Ну, блин, я не знаю, в принципе, они, конечно, правы, но с другой стороны... Если так вообще никогда не вписываться ни во что, то, блин, как индустрию-то с колен поднимать будем? Просто надо вписываться в то, что этот... На какой-то стадии уже находится. Смотри, главное здание уже есть. Ну, блин... Здание это зданием, как бы. Я считаю, что вообще, смотри. Пофиг, здание есть, нету. Главное не визуал, а главное геймплей. То есть, играбельна ли игра? То есть, как локации... Ну, даже если какой-то блокаут локации есть, там, это уже круто. То есть, в это уже можно играть. А вот обычно же нету как раз вот этой фигни. То есть, нету... Не хватает как раз именно этого, то есть не хватает именно... Блин, странно. Понятно. Я тут покрасил только одну руку, оказывается. Ахахахаха. Я вот смотрю последнее время этот такого ютубера, как Дэнни. Вы тоже ничего не поняли. Там заглючил, да, походу? Или нет, или ты про что-то другое? Да, ты просто хотел объяснить, но не смог сформулировать мысли. А, ты про это? Слишком сосредоточился. Так о чем это я тогда? Подожди. Сейчас. Все, из рук уже все валится, все. Бэкграунд. А. В общем, что касается этот... что касается игр, то важнее всего, чтобы игра была играбельна, как масло масляное, но в этом суть как бы всего процесса. Всегда можно там окружение сделать.
Даже если, то есть... В игре вообще нету никаких моделей толком. Есть просто блокаут. Ну, то есть, там, боксы одни. Просто одноцветные. Там, серые, синие. Ой, серые, там, синие, белые. Там, без разницы. И у тебя даже, может быть, нету своего персонажа еще. И анимации, может быть, нету. Какая-то анимация, там, скачанная с интернета. Это все, блин, вообще не имеет значения, потому что... В первую очередь должен быть геймплей, на мой взгляд. Ай, инвентарь работает. Ну... Ходить можно. Ходить можно, это хорошо, но это же еще не этот... На и взаимодействие. Но... Это уже готово, ахахаха. Это... Ну, я немного другое имел в виду. Не знаю, правильно ли я объясняю, нет? Понятно ли это? Я понял, ну то, про что ты говорил, оно в процессе. Понял. Вот я смотрю этот, я не договорил как раз, там начинала мысль. Я смотрю сейчас блогера одного очень крутого, англоязычного. Он делает такие мини-игры, типа... Но я начну это делать только после некоторых дополнительных деталей. Понял. Зовут Дэнни. И он делает очень-очень простые игры, но они все играбельны. То есть, ну, то есть, даже все очень, ну, учитывая даже, что все очень примитивно, но это работает, как бы. В это можно зайти и поиграть. Если, как бы, в это, ну, в игру невозможно играть, то, как бы, это еще не игра. Это просто, как бы... Это как бы не в обиду тут сказано, а просто я имею в виду то, что любым людям, кто делает игры, надо понимать просто этот факт. Как бы данность. Ну понятно. Я понял, просто для начала квестовой линии. Ну да-да-да, чтобы... Даже не важно, даже это может быть один просто уровень, но если это играбельно, то это уже можно называть игрой, понимаешь? То есть... Привет. Привет. Но сейчас нужно сделать основу, на базе которой будет она построена. Ну вот, да, это важно. На самом деле, основа это важно.
Давно уже не заходил на твой стрим. Ну да, наверное. Но в принципе ты довольно часто еще заходишь. У меня есть тут люди, не будем показывать пальцем тут, как бы, которые вообще редко заходят. Ахахахаха. Так я зашел за бесплатными моделями. Ну да. Ахахаха. И вот. Только ради бесплатных моделей, да, все? Просто много дел, плюс игры прохожу и все. Понятно. Так, сохраняется. Вот, смотри, кстати. Кто там говорил по поводу этот слезы, типа, нужны, не нужны? Вот смотри, как выглядит. Я не смог это еще в блендере настроить, но вот, видишь, есть блик, короче. Прикольно же. Это не очень заметно, но вот так вот, когда смотришь, иногда видно. Разве не прикольно? Тимур, когда будет игровой стрим? Блин, у меня должен был быть сегодня игровой стрим, но этот... У меня с интернетом беда, короче. С отдачей, приемом, там, со всем, короче, то с одним, то с другим. И я решил, что, блин, такое... Невозможно так играть в таком состоянии. И поэтому сегодня и не игровой стрим. Так, и вот зачем я зашел? Главное это сейчас. Мейкап нужно ей бахнуть. Может, что-нибудь синглплеерное возьму, и следующий стрим будет там синглплеерное что-нибудь. Потому что мультиплеер пока у меня не тянет. Dark Souls 3. Ахаха. А, ну. Блин, мне нравится Dark Souls, на самом деле, блин, большой фанат вообще Dark Souls. Но... Буду надеяться, что игровой стрим будет в среду, тикрнрк, тикрнрк. Не, ну, а идея хорошая. Я бы посмотрел. На Dark Souls? Ты любишь страдания и боль? Я тоже любитель. Я прошел в порядке. В порядке? Ну, блин, я не знаю. И посмотрел бы на тебя. Ну, не знаю, не знаю. Никита удалил. Да? Не выдержал, да? Был такой тут активный в чате. Поплатился. Поплатился. Так, какой... Кто какие игры играет? Так, так, так. Так. Угу. Так.
Так. А у тебя джойстик есть? У меня сегодня такая ситуация была. У меня есть геймпад, ну, если ты это имеешь в виду. Есть геймпад, но, блин, я не знаю сейчас он где, надо искать его. Я Dark Souls вот второй проходил на мыши, на клавомыши, так что я, в принципе, может, я осилил бы и на клавомыши. Но это один хрен было бы страдание и боль. И да, и Наруто, что за ситуация-то? Рассказывай. Так. Лопай ниже. Выхожу из дома и тут встречаю полицию, они мне говорят, зачем вышел, но я и шел гулять, и меня отвела полиция домой, и родители испугались, а типа я что-то сделал. Ну ты не гуляй-то. Ты сказал бы, в магаз шел. Ты че уж, учить надо, что ли? А что за история-то? Свет отключили на пару секунд. А сейчас карантин из-за этого. Ну вот, Наруто говорит, что у него этот... Вышел погулять. Его этот... Вижу. Менты стопанули. Самое время, да, вообще, MPI в этот время вырубать? Работа такая позорная. Что? Что именно? 15 машин ездят по городу ночью, 5 ментам. Ну, позорная, не позорная, это как бы... Почти нормально отключают. Не, я бы не стал всех под одну гребенку. Есть нормальные люди везде. И среди ментов тоже, то есть. Как бы. Так что. Да, это понятно. Так что это такое? Просто в основном их под систему прогинают. Ну, я бы не сказал. Это... Понимаешь, наверное, скоро и срать надо, ходите в какой-то карцер. Под систему это все зависит, понимаешь, то есть... От места, от людей, как бы от. Ну, короче, куча факторов есть. Да, иногда, как бы, обстоятельства тебя в ситуацию такую ставят, что капец там.
Я встречал немало нормальных, я тебе скажу так. Так что я бы не стал так всех. Музыка, как будто сейчас будет что-то жесткое. Может и будет. Поживем и видим. Если что, я очень плох с женским макияжем, это прям такое. У меня. Не моя фишка, мягко скажем. Кто играл Warface? Я не играл вообще ни разу. Ты играл? Чё скажешь? Стоит тратить время? Я играл, до сих пор у меня из пасти колом пасет. Я уже 2 месяца играю нормально. Да? Мнения, я так понимаю, разделились, да? Ахахахахаха. Вот так вот послушаешь разных мнений, а потом как составить свое, непонятно. Так, наверное, надо чуть-чуть подубрать. Так. 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 Завтра у тебя стрим будет. Я надеюсь, что да. Если все будет нормально, там у меня... Не интернет не склеит ласты, как обычно. Бывает. Но я, по крайней мере, начну стримить. Я не знаю, как пойдет, это уже как бы не столько от меня зависит. Хотелось бы, чтобы все было гладко, конечно. Игровой.
Вряд ли, наверное. Пока я не решу вопрос с вот этим вот с интернетом, а он в ближайшее время не решится, как я понимаю, то игровой стрим будет не скоро, короче. Потому что мне сказали, что вот это говно с интернетом будет еще месяц твориться. Мне еще помимо карантина еще такая радость привалила. А, ну тогда давай смайл радость. Ага, ну ладно, заглядывай. Ты по делам, я так понимаю. Смотри, ждем твоих этих. Информации о твоей игре, о твоем хорроре. Спать уже пора. А, ну ты залетай, кстати, в Дискорд. У нас в Дискорде там тоже, может, кто-то тебе поможет с проектом, еще что-нибудь. Потом, как только будут сдвиги. Хорошо. Я дам знать. Хорошо. Вот не знаю пока, какие сделать этот. Так, надо, наверное, вот это потемнее было сделать. Вот, да. Так. Наоборот надо. А я пойду стрим пока посмотрю Моргенштерна. Моргенштерн стримит? Или это шутка такая? Ахахахаха. Да я шучу. А, ну ладно, ладно. Ты не шути так, не шути так. Променять решил меня на Моргенштерна, ты чё? Не надо. Так. Придется, а то мне потом тоже дреды отпустить. И рэп начать читать, чтобы как-то конкурировать в сложившейся реальности. Как дела? У меня отлично все. Ну как бы как отлично. То есть, конечно, у меня дико бомбит с того, что с интернетом такая хрень периодически случается. Я уже тут раз 50-й об этом ною. Ну как бы. Уж извините. Подгорело, короче.
А у меня бывает комп вылетает, но мне на все пох. Ну просто знаешь, как-то этот вот настраиваешься стримить, начинаешь стримить, и оно у тебя. Оп, и, короче, и такой прикол, и ты такой, блин. Сгораешь просто. В этот момент. Кстати, какой макияж лучше сделать? Какой тебе нравится больше? Есть варианты предложения. Так, а я не понял, где роль бога сервера в ДС? Темно-розовый. Роль бога? Ну у нас этот... У нас тайное общество, у нас только этот... Лорды, сэры, пэры... И этот... И тайные секретари. Только такие роли. Так что такое. Ну ладно, я буду анонимом. Ну, это как бы на твой выбор уж. Кем ты хочешь быть? Чем ты занимаешься дома, если карантин? Да, как чем занимаюсь? У меня все то же самое. 3D, заказы. Записывание видосов, уроков разных там, которые надо записать. Ты записываешь уроки? Да. У меня вот 10-й урок вышел по ZBrush'у. Такое вот. А, ногти, кстати, ногти надо какой-нибудь не красный цвет, наверное. Какой цвет ногтей должен быть? Тоже какой-нибудь розовый, наверное, да? Чтобы сочеталось. Не такой ядовитый какой-нибудь. Или может вот такой. Так, пока. У нас солидная тетя должна быть. Какой-то не совсем розовый, наверное, цвет. Либо надо какой-то блеклый. Либо наоборот... Темный. Так, ну...
как было, скорее всего. Как было, это как? У меня уже куча разных вариантов было. Я обычно делаю уроки, потом дела, спортзал, он 9.00 по 12.00, потому что карантин, а Вове может закрытые игры в игры, типа все смайл, улыбка. Розовый, слишком молодежно. Ну да, да. Розовый, ближе к фиолетовому. Вот так нормально или этот, надо как-то этот... Слишком молодежно. Да. Темно-розовый, ближе к фиолету. Темнее надо. Вот такой, наверное, цвет. Надо, чтобы не совсем бабушкин цвет был. Тоже какой-то стараться. Примерно, да. Старить ее слишком не хочу тоже. Так. Ну, работа у нее такая. Какая такая? Или ты уже решил сделать не президента, судя по ее формам? Не, ну как? Ты просто пробей, вот я, давай я тебе скину, на ком основан персонаж. И ты сразу поймешь, кто за президент. Как она приблизительно должна выглядеть? https://nicovidia/tom.neils/3220212один восемь четыре/3220218/4.922018/оригинал/r12801x7020 Вот на этом персонаже основано. Ребята, у меня пароли все украли. Тимур. Кто украл? Чё за дела? Это с какого мультика? Это с аниме Golden Boy. Она там президент. Ну, она там президент компании. Она там президент компании. Так что президент вполне себе. Бизнесвумен. Бизнесвумен, да. Exactly. Ну да, все верно. А, так. Ну, не можешь то тогда сделать бордовые. А-а-а.
Надо, чтобы была секс вообще. Короче. Все верно. Но я не уверен, что у меня настолько секс. Ладно, будет чем заняться перед сном, спасибо. Пожалуйста. Так. В общем, сейчас экспортну текстуры. Так. Так, сейчас экспортнется, надеюсь. Так, живой стрим, нет? Вот, вроде живет. Стрим, живи, пожалуйста, живи. В общем, что мне надо? Вот такая дама получилась. Так. На сегодняшний момент и на этом я на сегодня, пожалуй, остановлюсь. И закончу сегодняшний стрим. Так что на этом на сегодня все уже. Я буду заканчивать.
Всем спасибо за стрим. Спасибо, что пришли, удачи, что комментировали. Тогда. И всем пока-пока. Увидимся завтра. Буду ждать игровой. Я только зашел. Да. Что за дела? Что за дела? Ну, завтра-то ты придешь, я надеюсь. В общем, давай, на этом... Пока. Давайте. Всем удачи, всем пока. Thanks, надеюсь. Everyone, for watching. Thanks, everyone, for watching my stream. Моя радость. And see you tomorrow, guys. Yeah, and bye-bye.